Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере на реплей Центральный округ. У них здесь Кирилл Подбулови. Не забывайте вводить в них по регистрации. И сегодня у нас, пацаны, новая серичка. А она будет довольно-таки прикольная. Что мы сегодня будем делать? Во-первых, я дам 200 тысяч рыжику, потому что все-таки, пацаны, видео челлендж без тормозов. Я нажал тормоз, извиняюсь, я сам этого не заметил. Я даже не помню, чтобы я его нажимал. Скорее всего, это просто, знаете, машинально произошло. Там, если что, оставил тайминг в комментариях под тем видео, где челлендж без тормозов, поэтому можете посмотреть и увидеть, где я затормозил. В принципе, это мой косяк, я как бы его осознаю, и поэтому 200 тысяч мы сегодня отдадим какому-то рыжику. С вас обязательно лайки, и сегодня мы еще поставим какой-то винил за миллион. Да, сегодня, брата, все бабки потратим на тачку, потому что, видите, на Чироне есть винил, в Тесле есть винил, а на BMW нету. На Audi, я думаю, нету винилов, на ней диски, кстати, стоят. Я их сразу поставил, но они, конечно, такие себе, но пусть, в принципе, стоят. Все, пацаны, сейчас я беру BMW. Едем, ищем какого-то рыжика. Давайте, я думаю, на какой-то вокзал поедем. Хотя нет, давайте поедем, не знаю, будем чисто ехать, может, встретим какого-то маршрутчика. Сейчас поедем, будем ехать, встретим какого-то рыжика, там, может, на автобусе либо еще на чем-то, и ему отдадим 200 тысяч, но потом уже поедем, в принципе, продадим, я думаю, кстати, рулетки, у меня две есть бронзовые, потому что бабки нужны, и потом уже поедем, поставим, наверное, диски, если денег хватит. Винил точно поставим? Насчет дисков я не знаю. Я надеюсь, что винил есть на BMW не Гуччи первый за миллион, а какой-то другой. Все, пацаны, с вас повторюсь, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, и погнали. Так, пацаны, я только что проскочил чувака, он едет на маршрутке, давайте, я думаю, ему и поможем, как бы, тем более он работяга какой-то. Я говорил, я любому рыжику, какого я увижу, я ему дам деньги. Так, вот чувак едет, ай-яй-яй-яй-яй, извини, дружище. Так, давайте напишем ему стой. Так, стой, давайте попробуем ему деньги дать, я не знаю, что он будет говорить. Давайте, пай, будем ему передавать деньги. Все, пацаны, я ему передал 200 тысяч, оказалось, что это подписчик вроде бы как. Блин, минус моя BMW просто, ладно. Киря, спасибо, ой, блин, не за что. У него жутко лагает, ну, в принципе, ладно. Киря, когда видос? Сегодня. Так, давайте, погнали за BMW и уже будем ехать в тюнинг. Ну что ж, пацаны, я приехал уже в СТО, получается. Нам нужно ее перекрасить в белый цвет. Сейчас я это, в принципе, сделаю. Давайте выходим с машины, пишем команду баллон 1-1 и красим, в принципе. Во, все, у нас теперь она беленькая. Обратно садимся, заводим и заезжаем в СТО, будем смотреть на нее винилы. Я вроде бы как не смотрел, кстати, на нее винилы. И если не вообще. Так, винилы и диски, ага. Блин, винил Гуччи, ну нет, почему? Блин, я не хочу его ставить, на самом деле. И не знаю даже, что делать. Вот этот винил я бы поставил космос, но у меня нету 2 миллионов, понимаете, вот в чем проблема. Поэтому надо что-то думать, пацаны, и уже потом покупать, я так полагаю. Потому что, блин, Гуччи ставить, знаете, это будет, ну, зашкварно. Реально будет зашкварно Гуччи ставить. Ну, хотя, блин, у меня просто выбора нету, по сути, да. Я не знаю, где я еще смогу миллион найти. Ладно, давайте пока не будем. В принципе, давайте диски посмотрим, какие есть на нее. Так, ну они, по-моему, маленькие, да? А, вот эти уже побольше. Кстати, можно на нее, а ну, какие... Стоковый диск, как выглядит, давайте посмотрим. Да, стоковые диски намного больше, по сути. Поэтому я не знаю, что делать. Можно, конечно, поставить диски, там, не знаю, какие-то хаманы, например. Либо еще что-то, но видите, они не такие уж большие, на самом-то деле. Поэтому я не знаю, что делать. Я реально не знаю, что делать. Вот эти такие неплохие колесики, я поставил бы их. Вот такие вот есть. 160 тысяч, вот самые дорогие колеса, я так понял. Ну, блин, не знаю, что они такие дорогие. Как по мне, есть получше колеса. Вообще, больше всего мне хаманы нравятся, на самом-то деле. Либо вот такие колеса тоже прикольно смотрят. Вот я бы такие колеса поставил и винил бы космос. Мне кажется, было бы реально очень классно. Короче, пацаны, я хотел позвать еще Ване деньги. Он же мистер Подбулови. Он же Ваня, я так понял. Ну, короче, вы поняли. И он сейчас не дома, я хотел у него лям взять. Но, как бы, да, он не дома, поэтому... Короче, ставим эти диски, они стоят 120 тысяч, да? Давайте их покупаем, купить. И идем в казик, будем пытаться подняться до 2 миллионов. Если поднимемся, покупаем винил. Блять, какие-то колеса маленькие, пиздец. Реально какие-то малюсенькие, пиздец. Ну ладно, пусть стоят, что. Видите, вот хреново, что диски не на все тачки адаптированы. Вот это реально хреново. Блять, бензин закончился. Так, fuel car пишем, fuel car. Все, хорошо, что у меня всегда канистра с собой есть. Так, все, завели двигатель и поехали в казино. Попробуем подняться, если солю, то, ну, пацаны, что делать, как бы. Все-таки надо винил поставить. Ну, не поставлю винил, хрен с ним, в принципе, уже будет. Но так, если подниму, то поставлю. Надо хотя бы лям 500 поднять, пацаны, и будет заебись.
Все, я обменял, у меня 9000 фишек, на руках у меня осталось 45000, ну и надеемся, что мы все-таки поднимемся. Так, смотрим ставки. Так, давайте создадим, в принципе, 2000 вдвоем. Все, ждем, пока кто-то к нам присоединится и попробуем подняться. У меня выпало 2,2, у чувака 5,2. Я проиграл. Замечательно просто. Так, давайте 5000 вдвоем. Ну, давайте попробуем, может, поднимем. Так, 1,2 у него выпало, у меня 5,5. Так, плюс. Фух, плюс 5000, пацаны, фишек. Итого у меня сколько сейчас фишек? Так, 12 тысяч, нам нужно хотя бы 15 тысяч, чтобы было, так, посмотреть, 500, нет, это мало, так, создать, давайте на 3 тысячи вдвоем, создадим, в принципе, попробуем еще подняться, первый буду кто я, 4,5, у него 6,1, я победил, пацаны, просто, я победил, так, давайте посмотрим еще, сколько у меня фишек сейчас, посмотрим, давайте по бырику, так, статистика, у меня 1,5, не знаю, в принципе, можно уйти, но давайте еще попробуем подняться, так, 5 тысяч фишек, вот, 3,5, давайте сыграем, 5,1 у него выпало, у меня выпадает 6,5. О, пацаны, отлично поднялся. Так, еще надо посмотреть, сколько у меня фишек. Давайте посмотрим. И мне нужно еще поднять 2,5, да? Нет, даже 1500. 1500 еще нужно поднять. Так, создать 1500 вдвоем. И надеемся на то, что я выиграю. Я сейчас поставлю себе просто-напросто винил. 6,6 у меня выпадает. У него выпадает 6,1. Пацаны, все, просто изи. Просто изи поднялись. Все, у меня 2 ляма, пацаны, и мы идем покупать винил. Просто, пацаны, учитесь. Реально, просто, видите, не было выхода. Когда я просто пошел, сыграл в казики, выиграл бабки и теперь могу спокойно купить себе винил, да. Все, вроде бы как больше фишек у меня нету, пацаны, просто охуенчик. Так, все, да, я потратил, все, 2 миллиона у нас есть на винил, можно, в принципе, идти его ставить. Так, вот мы здесь, я на самом деле думаю, можно, типа, колеса стоковые поставить или нет, потому что мне что-то эти не нравятся. Походу нельзя больше стоковые колеса поставить, да, походу нельзя. Ну давайте винил ставим за 2 миллиона, пацаны, вот он, в принципе, винил за 2 миллиона. Нажимаем купить. Все, отлично, я его купил, теперь давайте поедем сейчас тачку починим и уже посмотрим, как она нормально выглядит. Ну что ж, пацаны, вот так вот теперь выглядит моя BMW, винил за 2 миллиона, плюс я лям поднял в казино, пацаны, мне кажется, эта серичка точно заслуживает лайка. Соглашусь, диски они маленькие, но если бы они были большие, согласитесь, они бы очень даже классно смотрелись. Как по мне, вот эти черные диски такие с полкой, прям было бы реально сочно. Короче, я думаю, на этом будем заканчивать, пацаны, потому что, ну, больше интересного, в принципе, вы не увидите, потому что винил я поставил, казики поднялся, все хорошо. Все, всем спасибо за просмотр, блин, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых серий. Всем пока-пока.